В городском совете прошли слушания по поводу общественного бюджета. Всего было рассмотрено более 70 проектов. Все средства на реализацию этих проектов выделены из городской казны. Поправки были внесены исключительно от горожан. Большая часть проектов отправлена на доработку в профильные департаменты, потому что мы считаем, что та инициатива, которая исходит от людей, мы не можем просто по формальным каким-то признакам, скажем так, не проголосовывать те или иные заявки, и пытаемся каждый проект, чтобы вышел на голосование. То есть максимальное количество идей одесситов по улучшению своего города, чтобы они выходили на платформу, которая действительно в перспективе может получить в случае поддержки большого количества одесситов, может получить финансирование из бюджета города Одессы.